100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Telegram по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 3644 рубля баланса жидропи, а это значит, что прямо сейчас я вместе с вами отправляюсь открывать самые дешевые кейсы. Давайте сегодня просто попробуем пооткрывать вот что ни на есть самые бесполезные и самые дешевые кейсы, где вот казалось бы нет вообще ничего, но они могут что-то выдать. И посмотрим, насколько можно окупиться, имея на балансе всего лишь 3500. Но если говорить честно, 3500 у нас было, ну, не совсем так. У нас было намного больше, но в итоге мы все, конечно, проиграли. И сейчас наша задача как-то это камбэкнуть. Поэтому давайте сразу перед началом, перед тем, как мы еще не начали, если ты когда-то зайдешь на этот сайт, используй самый рабочий и самый окупаемый промокод. И сегодня это PRDTRKS. Он даст тебе ровно плюс 11% на абсолютно любую сумму. Например, ты закидываешь 1000 рублей и получаешь 1100. То есть 110 рублей бонусом. Если ты закидываешь десятку, то это 1100 рублей совершенно бесплатно. И помимо того, что промокод дает 11%, а это самый большой процент пополнения, который только здесь есть, он тебя еще и окупит. А также ты можешь закинуть его в барабан бонусов, ввести кодик сюда и надеяться, что тебе что-то выпадет уникальное. Но, давай говорить честно, здесь в принципе все уникальное. То есть для человека, который играет по типу меня, который постоянно депает, например, скин за пополнение, как мне выпал сейчас, это очень крутая тема, поэтому залетай, используй, а мы начинаем и поехали сразу в Dragon Keys. Попробуем сразу сокровище драконов. А вот есть ли смысл нам открывать сокровище драконов, если Рюдзин нас полностью слил, а это же в принципе одна коллекция? Ну, от 500 рублей мы не обеднеем, поэтому давай попробуем, посмотрим, а там как пойдет. 277. Слушай, ну неплохо. Вроде бы, знаешь, ага, 559. Ну неплохо. Можно даже еще на один раз жмякнуть, может быть, даже и окупит. Просто два скина, которые он выдал в начале, это прям невероятно крутые. А потом, ну вот примерно, вот так. То есть вначале выдал сильно, потом он начал отдавать по 40 рублей. Ну, короче, не нужно было нам, наверное, на второй раз его открывать. Хотя, опять же, не знаю. GG Drop — это такой сайт, который, вот, допустим, с кейсов всадник может прямо сейчас взять и выдать АВП боец, либо перчатки полигон. И будет вообще обалденно. Поехали. Пока есть баланс, нужно покрутить дорогие кейсы. А там как пойдет. И сейчас нам нужно еще раз. Ну ладно, минус 400 рублей. Нам нужно еще раз проверить мистер кейсы. Это те самые загадочные кейсы, которые, ну вот, якобы должны выдавать, но непонятно. Поехали. Суть кейса в чем? Может упасть баланс. Да, ты открываешь кейс, тебе падает баланс. Может упасть кейс. То есть ты открываешь кейс, тебе выпадает кейс. А может упасть какая-то штука. Слушай, ну 2.83 это как будто бы прям сильно слабо, нет? Прям очень слабо. Не, мы, конечно, можем попробовать кислотный, можем попробовать огненный. Ну давай, давай попробуем кислотный, а там как пойдет. 135 рублей за одно открытие. Нет, но если сейчас он выдает также в районе 10 рублей, то это тогда точно слив, нам нужно что-то менять. Хотя давай, наверное, дальше. Давай, наверное, попробуем кейс огненный, потому что если брать всю коллекцию Мистер Кейс, открывал больше всего раз я огненный. И огненный меня, соответственно, окупал намного раз больше. 187. Нам выпадает СЗшка и еще кейс бильярд за 0 рублей. Давай попробуем. А там... А сколько он стоит? 200 рублей. Ну, неплохо. И еще и кейс за 200 рублей совершенно бесплатно. Так, а давай тогда попробуем сразу 5. То есть у нас 200 рублей скидка. И мы откроем 5. 120. 381. Просто я думаю, что когда ты открываешь его на 5 раз, у тебя шансов окупиться больше 1400. Отлично. Неплохо. Так, ну вот, на ровном месте, можно сказать, подняли. Да, нормально подняли. И все благодаря одному кейсу. Но задача в чем? Будем ли мы открывать дальше? Ледяной кейс, вот я уже не знаю. 862 рубля, как будто бы звучит, ну прям очень сильно много. Ну давай откроем. 865, и еще кейс Ватсон, и еще взгляд прошлое, что? Так, подождите. 1400 плюс 800, это 2200, плюсом еще кейс, это что такое? Давай попробуем открыть кейс. А сколько кейс стоит? 1700, обалдеть, то есть еще одно открытие кейса 500 рублей. Ну давай прям на фул капусту зарядим, на 1796, и если сейчас там что-то выпадет, там еще какие-то ножи, чтобы вы понимали, будет просто обалденно. Ролл кейс — это плохо. А, так, ну я вот не знаю, казалось бы, да, но... Пусть будет да. Давай продадим, посмотрим, сколько. 42. А почему 42?
Ой-ой-ой. Это мы вчера в ролике выбили перчатки за 38, а я про них забыл. Обалдеть. Вот это я дал. 42 тысячи рублей. Так, хорошо. Давай тогда попробуем что-то видоизменить и попробуем открыть. Ну, давай закаленку на 4 раза. Обалдеть. Вот это уже совершенно другой ролик у нас получается. А я думал почему-то, что я все слил. Может быть, я... Блин, может быть, я перепутал. Ладно, это моя проблема. Я буду с этим разбираться. Поехали, откроем один из самых дорогих кейсов. И вот знаешь, вот лучше бы, наверное, не открывал 27 тысяч, лучше бы, наверное, вывел эти перчатки и все. Но в любом случае 29 тысяч это очень много. Можем попробовать либо VIP Colors, а можем попробовать Алын кейсы. Давай попробуем с Алына, попробуем, ну давай с Жижелора. То есть тут чисто в теории может упасть Драгонлор, но суть этих кейсов не в том, чтобы тебе падал Драгонлор. Суть в том, что может упасть красная линия за 10 тысяч, а здесь их может быть целых 5 штук. И ты можешь просто открыть на 16, а купиться на 50. Да, я понимаю, звучит максимально странно, но вот сейчас попробую тебя открыть, попробуешь посмотреть, как оно есть на самом деле. Вот, 7 тысяч, неплохо. Блин, но она одна. Вот это очень обидно. Как бы 11 тысяч, но всего лишь одна Азимов. Хорошо. Давай тогда перчатки. Здесь то же самое происходит с дуалберетами и удар кобры. Абсолютно то же самое. Блин, я уже не хочу выводить 6800. Отлично. 12. Прекрасно. Вот об этом я вам и говорил. И еще 12. Блин. Вот в конце подговнило, конечно, 3000 рублей. Но если бы здесь было 12, либо было хотя бы 6, это было бы очень круто. Давай, наверное, еще даже на раз откроем. Просто посмотрим, что у нас здесь вышло. 12-3. Ну ладно. Ну не может быть... Пятерочка и 12-3. Ну, нормально. Нормально. Небольшой минус, но хотя бы чуть-чуть. Тогда давай перейдем в наш любимый кейс. GG Crimson. Потому что здесь может выпасть нож, а может выпасть дигл. Ну, нож падает часто, поэтому я сделал на нем акцент. Поэтому давайте сразу. Не знаю, как сегодняшний ролик закончится, но мы продолжим открывать кейсы на этом сайте. Обязательно поставьте лайкосик. И если будешь использовать промокод, ты видишь его на экране. Ну, а у нас 2900... Один, слушай, нормально. Вот это хорошо. 18 тысяч, баланс 30-ка, продолжим завтра.